Гран-при фестиваля «Белое крылье» и тур по городам России. Этими достижениями гордятся музыканты железногорской команды «Терпсихора». Коллектив живет под девизом «Упорство и труд – все перетрут». О нелегком пути к успеху ребята рассказали Александру Клевцову. Живой звук. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в рубрике «Живой звук» команда из города Железногорска «Терпсихора». Привет, ребят. Как давно вы существуете в данном составе? Ну, вообще, в данном составе мы существуем достаточно недолго. В таком составе мы играем с января месяца 2011 года. Вот у нас, скажем так, собрался наш полный коллектив. У нас постоянно менялся басист, он был, скажем так, сессионный. А вот пришел Алексей, и с ним мы почувствовали себя таким единым целым и поняли, что вот это наш тот состав, которого мы ожидали. Ну, вот с января месяца не так уж много времени прошло. Вы выступали уже где-то, да? На фестивале «Белые крылья» вы выступали, да? Вы там победили? Да. Да, заняли первое место. Заняли первое место, да? Поздравляю вас с этим. Как впечатление от победы? Что лучше, победить или проиграть? Ну, конечно, всегда лучше победить. Такой сразу чувствуется прилив сил, бодрости. Но для нас это было, на самом деле, неожиданностью, что мы выиграли. Выступаете часто? В последнее время, да. То есть у нас концерты идут чередом своим. В Железногорске? Вот что самое, скажем так, не очень хорошее, что в Железногорске очень мало концертов. То есть мы в основном приезжаем в Красноярск, потому что здесь более развитая индустрия музыкальная, чем у нас в Железногорске. Вот, мы очень рады, что мы приезжаем сюда, выступаем, как-то показываем себя. Другие города, кстати, я слышал, что вы ездили в тур, это правда? Да, мы съездили в тур по Сибири, это был март месяц, вот, посетили интересные города, такие как Томск, Новосибирск, Барнаул, вот, выступили с отчетным концертом в Красноярске здесь, вот, было очень замечательно, тур это... Шикарная штука, на самом деле. Несмотря, что были некоторые заминки в нем, мы спали и в клубах, и на вокзалах, где попадись. Вот. Но это придало группе некую, скажем так, сплоченность, да, и, наверное, нотку силы. Вот. Мы почувствовали, что мы можем что-то делать, что мы съездили. Как в Томске принимают? Ой, Томск просто шикарно, очень классно. А где хуже всего был концерт, скажем так, по сравнению с остальными турными городами? Ну, вообще сложно сказать, да, потому что везде, куда мы приезжали, тот народ, который приходил, все отдавали свои эмоции нам. То есть по городам уже поездили. Какие вообще планы в будущем? Ну, сейчас это, опять же, становление нового стиля. Сейчас мы закрепимся. Вот. И в сентябре месяце мы опять планируем тур. Сейчас мы нашли еще одного человека, нашего, скажем так, нового турменеджера, который будет заниматься, скажем так, ну, туром. Составлением тура, да? Да, так точно. А откуда этот человек? Ну, вообще, предыдущий человек был из Нижнего Новгорода. Вот. Ну, были некоторые заминки, вот, и появился еще один человечек с Москвы, который предложил, скажем так, съездить в совместный тур с группой Кайзен, вот, которая разогревала Олимпийский в Олимпийском.
Вот. И сейчас вот, собственно, мы все нюансы утрясаем. Живой звук.